ушла поступать и не вернулась. В Улан-Удэ пропала 18-летняя Анастасия Буланова. Девушка ушла из дома подавать документы на поступление в БГУ. Однако там абитуриентка не появилась. Основной версией исчезновения мать Анастасии называет желание поступить в вуз за пределами Бурятии. Среди особых примет девушки – большое родимое пятно на правой щеке, и она носит очки. Ведутся поиски пропавшей. СТО в огне. В Улан-Удэ по улице Лебедева горел второй этаж автотехцентра. Посетители и персонал экстренно покинули помещение. В результате пожара обгорела пластиковая отделка душевой комнаты на площади 15 квадратных метров. Возможной причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет, виновное лицо и ущерб устанавливается. Избила любовницу. В Улан-Удэ обманутая жена выследила через детектива любовницу мужа и избила ее. Житель Иркутска завел любовницу в Улан-Удэ. Супруг приезжал в столицу Бурятии по работе. Но когда командировки участились и увеличилось время пребывания, жена заподозрила неладное. Вычислив с помощью сыщика, куда отправился супруг, жена поехала следом за ним на день рождения любовницы. Представившись курьером, она беспрепятственно попала в квартиру и надавала любовникам лещей букетом роз. Все-таки не стоит пользоваться женским доверием.